сзади тоже едет. Ага, а сейчас. Стороны? Сзади едет? А, там тоже, да, они сейчас встретят. С другой стороны тоже не едет. По-моему, какая-то ниточка, что ли. Наверное, эти лыжи. Это лыжи едут, пустые. А, точно. Я так думаю. Вот и следы вот эти. Кровь! Какие-то братья Черепанова какие-то. Медленно, красный, медленно. Чудо! Само едет. Черный уже подъезжает, а красный тело там неизвестно где. Ну. Они вручную это тянут, я вижу. Никакого механизма не приделали, там типа крутить такую. Красный сюда сел. Что у нас ждет? Слово зачем? Трейдинг туда делал. Это беззвучно. А это записывает. Кто воспроизводит, а это записывает. Это место такое тихое, наверное, попало. Вот он звук. Нет, он не стоит назад, только одна кнопочка назад. Если было назад, то не было бы назад. Хватай его, хватай. Охотник за магнитофонами. Раз. Добро пожаловать. Колер, да, голос? Было слышно, когда он там далеко был. Я думала, зачем слышал точку. Да, он был там. Просто, может быть, закончилось на этом месте именно. Я на какой-то диалог там пройдет. Правильно. Там еще какой-то след. Ветер в обратную сторону. Звук у нас. Ну, а тут, кто-то вообще в этот момент,
Я их... А у кого уже готовый комок есть, Сереж? Где конверты? Вот они. Маша, так, у кого уже готовый пучок есть? Уже есть, да? Так. Сейчас, Йосиф, положи это в пучок. На, возьмем микрофон, а? А что это за пакетик? Берите пакетик. Пучков. Маш, а где ножницы у тебя? Так, у кого уже пакет готов, наполненный? Мне дали пакет. Готов уже? Да. Ну кому еще? Сейчас готов или нет? Не наполнен. Пакет. Пакетики. Олег, вы уже засунули туда? Володь, на тебе пакетик. Еще есть пакетик? Есть, конечно. На, Ёшка. А пакетик? А вы хоть слышали? А у тебя откроешь? Ну вот, его он и ранит, вот он умеет. Открой, Катя. Кому дать пакетик? Серёж, так, чтобы не было. Мы сейчас это заделаем. Так, Катя. Так. У кого готов пакетик? Ой, да не рыбака, пожалуйста. Зачем? Я хочу сам. Я тоже картинка. Верни мне, Коль. А Коль? Возьмите у Сережи еще он. А Коль? А больше нет пленки? На. Дай ему, вот Коль. Положи, это мало тебе. Андрей, сейчас пакетик. А где пакетик ваш? Туда пакетик. Пакетик прямо? Да. А его сначала надо еще открыть. Рыбака-рыбака видит издалека, да? Пакетики у всех есть, Паш? Сюда его засунь. Сюда внутрь. У меня нет пакетика. Машенька, у тебя нет такой карточки? Давай карточку. Вот такой пакетик выжил побольше. С водой. Сучок, а это такие вот этот рыбак.
Лен, куда Игорь пошел? А, фотографируй. А где твои шведские девочки? Все уехали? Шведские. Есть работа такая? Ну, а Трип передал, да? Да. Он рыбака пьет. Макарта обидели. А вы что, здесь вода снимать? По идее, сейчас, конечно, загонщики должны нам кабанчика погнать. Да? Мы его заловим.